делом в среднем весе. И первые на весы. Добро пожаловать, боец из Саратова, Россия. Он носит прозвище Фара. Фай, готов, фаер! Семьдесят 500. Встречаем его соперника, представляющий город Махачкала, Республика Дагестан. Он громкозит прозвище «Золотой» – Тимур Мусаев! Трехкратного поединка за титул чемпиона бойцовского клуба РЕН-ТВ «Полутишалом Фесе» и первый. Добро пожаловать, боец из Твери, Россия. А просто еще пулеметчик, он не доехал. Он еще едет, а его соперник уже здесь и готов выйти на эту сцену. Это он, достойный сын армянского народа из Москвы, Россия. Это Гукася! В поединке сойдутся Зелимхан Кулеметчик Дукаев, Тверь, Россия, против Эдгара Гукасяна. И вот он, уважаемые дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали. Телеканал РЕН-ТВ и легендарный промоутер Владимир Крюнов представляет вам церемонию взвешивания участников главного события завтрашнего вечера. Поединка за титул чемпиона бойцовского клуба РЕН-ТВ «Супер Тишалом Дети». И первый на весы. Добро пожаловать, боец из Соединенных Штатов Америки. По прозвищу Король The King Ali Scott. 42 профессиональных поединка, 38 побед, включая 13 побед нокаута. Он бывший президент на титул чемпиона мира WBO в супер тяжелом весе. Бори The King Scott. 18 килограммов ровно. Дамы и господа, а вот и его грозный соперник, легенда MMA, бывший боец таких промоушенов, как Pride, K1, Heroes, Dreams, Strike Force, действующий боец Peloton из России, Сергей Харитонов!
Итак, вот они учебники.